лет читаю в интернете, какой я силиконовый монстр. Вот если набрать поисковики Лапёна Валерий, набрать Синтул, то Синтульщик оказываюсь только я. Ну еще Крейг Валентин. Это меня вообще поражает. Вы хотя бы видели картинки Синтульщика настоящего? Вы можете отличить Синтульщика от несинтульщика? Во-первых, у Синтульщиков мышца как надутая воздушный шарик. Она что в напряжении, что в расслабленном состоянии имеет один и тот же вид. Для примера, показываю вам руку. Видите, вот такая она расслаблена. Вот такая она напряженная. Экскурсия руки явно видна. У синтульщика, если бы у него была такая рука, она бы такая же была выпрямлена. Насчет моего бицепса неправильной формы. Вот тут, если кто соображает в медицине, видите, вот связки нет, вернее, вот тут пустое место между бицепсом и дельтой. Вот. Это говорит о чем? Что бицепс у меня, два бицепса, разорваны в верхней части. Это человек опытный, это может определить. Поэтому, естественно, форма бицепса несколько исказилась. Пик более выступил. Но это довольно-таки часто, но чаще встречается снизу разрыв. У меня получился сверху. Ну, бывает всем там, у кого как, у кого где связка слабее. И кто же пишет вот это на меня все? Вот, допустим, захожу я там какие-то на форумы или группы. Как правило, это люди-невидимки. Кто ж такие это люди-невидимки? Что они сами добились? Чтоб меня там не то, что может человек критиковать, но обсирать, там, на меня называют, там, и дебил, там, и мозги в калисентол, там, и дед синтоловый какой-то или силиконовый. Во-первых, какой я вам дед? Мне это только будет 55 лет, у 23 февраля 2011 года. Я не дед, я прекрасно себя чувствую там. Я никакой там дед, я понимаю, скрюченный там, с клюкой там. Когда человек полной энергии, жизненной, во-первых, и физической, то его нельзя назвать дедом. Я размечаю там, на форумах там, свои там, видео, где-то, допустим, приседаю 120 килограмм на 40 раз, там и другие веса, где я тренируюсь. Это пишет он, да. Если я приседаю здесь, это у меня станок, он сам поднимает за меня. Волшебная такая конструкция станка. Ребятки, вы хоть раз возьмите, поставьте 120 килограмм, присядьте 20 раз. Свои там 20 там, или 25 лет. И пишите потом, что у меня нет дыхалки, там, что я там я снял видео, где там боксирую, там, по мешку бью. Да, у деда удара нет, да он мне муху не шибет. Ну скажите мне это, ребятки, в жизни. Никто ни разу в жизни ко мне не подошел, не сказал, да вот ты там надулся синтулом, силиконом, да ты там никто не как. Никогда никто в жизни, я вас уверяю, если вы хотите быть первым, подойдите. Подойдите. Но я уверен, что вы это не сделаете, так как это за это время не сделал никто. При этом в интернете тут какая-то группа есть такая, ну может там десяток, два, три, я не знаю сколько человек, которые постоянно ходят из форума в форум, там постоянно там из одной группы в другую, там постоянно мне говорят, ребятки, это что у вас, цель жизни такая, что ли? Ну не нравлюсь я вам. Ну не смотрите, не пишите. Получается, что такой силиконовый дед, такой у кого себе там, там дельту, там это, кстати, о дельту. Ударят, что у тебя такая дельта? Ну посмотрите, дельта расслаблена, видите? А вот дельта напряженная, видите? Вот передняя пучок дельты. Он у меня всегда был развит, там, когда слабее, когда я сильнее, там, когда я как-то тренировал. Вот боковой пучок. Вот он расслабляется и напрягается. Это отчетливый. Это называется передняя дельта. Это не спор. Посмотрите, видите? Дельта. Вот она работает, у меня только даже мудрый хват, я ее специально не прокачиваю, я боковую, заднюю качаю. Только даже мудрый хват, она у меня хорошо работает. Значит, ребятки, позанимайтесь свою, позанимайтесь всю жизнь.
добейтесь хоть часть результатов моих. Пусть они там скромные, там, но они у меня есть. Вы учите столько учеников, сколько я воспитал. Я начал заниматься в 7 лет. Начал заниматься, сначала спортивная гимнастика, 4 года занимался. Там в школе отбирали, отобрали из большой группы, из 3 класса. Отобрали человек, 6 или 7, меня отобрали. Хотя до этого уже немножко, думаю, уже тренировался, уже там подтягивался, там отжимался, потом отобрали. Потом вольной борьбой занимался, потом самбо, потом боксом 4 года, потом в спортроте был по самбо, при воинской части, по ран войсках я служил, и там была часть, спортчасть по самбо, такая, человек 20-25, было небольшое. Вот. И все это время, когда я занимался спортом, я все время подкачивался. Тогда я качался для того, чтобы у меня был сильный хват, сильный удар, чисто для практических. Потому что в то время там постоянно на улице были драки, там постоянно стычки, вот идешь по улице, кто-то плечом толкнул, и начинается буквально с ничего. Хотя говорят, там раньше спокойно было, ничего не подобного. Драки были постоянно, по танцам я ходил постоянно с ребятами, там постоянно драки, везде, где угодно постоянно. Поэтому главное, нужно было уметь биться хорошо. Для этого тренировался. Я тренировал, допустим, когда там трицепс, там для прямого удара, там, допустим, там переднюю дверь, кто-то там, допустим, там для бокового, там, или там еще там что-то. Ну, развивал, старался развивать все части своего тела, чтобы это они были практичные, не просто пустые мышцы. Вот. И, в принципе, это мне очень пригодилось в жизни. У меня вот до сих пор, видите, остались набитые кулаки. Но это не от того, что стенку бил, а от того, что бил, естественно, там, челюсть, и там, куда попадешь. Поэтому всю жизнь отдал спорту, там, я, допустим, занимаюсь сейчас с огромным удовольствием. Для меня это образ жизни. Я практически ежедневно тренируюсь там. Я тренируюсь с большим удовольствием. Я тренируюсь там и здесь, там, и в зале тренируюсь. Я уже не вижу себя без этого, без тренировки. Естественно, там увлекаюсь моими другими вещами, но об этом я не буду сейчас говорить. И не то, что там зациклен только в культуризме и все. Я работаю молодым тренером. До того, как работать тренером, я, естественно, и на заводе работал там с лезарем, был сварщиком. Потом работал на кладбище 4 года. Кто немножко знает, что там за работа, знает, что там за пахота, там, что такое могилу выкопать или там памятник обработать. Там. И несмотря ни на какую работу, я постоянно тренировался. Пусть я приходил уставший, там разбитый. Но я когда брался за железо, у меня как бы вселялись силы. Сейчас, естественно, работа не такая физическая тренером. Но все равно, кто работает тренером, знает, что такое там по 10 персоналов, допустим, день провести, а потом еще тренироваться. Меня радует и работа моя, меня радует и тренировки, меня радует жизнь моя, понимаете? Я живу полноценной жизнью, радуюсь этой жизни. Вот я смотрю на многих ровесников своих, они просто, ну, есть